Овощной бум. По словам метеорологов, в стране сформировались условия для хорошего роста и развития урожая. Дожди напитали почву влагой. Лишь в Гомельской области осадков по-прежнему мало. В отдельных районах зерновые культуры желтеют, листья скручиваются и засыхают. Куда больше страдают сельхозугодья в Украине. Нескончаемые ливни затопили 5 гектаров полей. Стихия натворила бед по меньшей мере в 8 областях страны. Повреждены 177 зданий, больше 20 подвалов ушли под воду. Пострадали приусадебные участки. 100-метровый участок дороги Гринява-Галашина превратился в реку. Сошли 4 оползня, разрушены 2 пешеходных моста. В районе Черемош прорвало дамбу, подмыло бетонное ограждение магистрали. Жертв и пострадавших нет. Из-за паводков в Прикарпатье и Буковине ввели чрезвычайные меры безопасности. В горных реках уровень воды поднимается до 2 метров. Там работают спасатели и полицейские. Проводят воздушный и наземный мониторинг местности, эвакуируют людей из аварийных домов. В середине недели в городе на Березине обещают комфортную погоду, небольшая облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление будет активно расти. Днем потеплеет до плюс 25. Ночью максимум 15 градусов выше нуля. Лилия Шайхова, Бобруйск, 360.